Нет, это деревья не закрывают, нужно увидеть панораму. А вот Лисичанская лестница. Туда идти, идти. Почти половину я уже прошел. Там где-то наверху Лисичанск. Поднимаюсь на Лисичанскую гору, чуть отдохнуть остановился, снять отсюда, вот видно Азот и мост. Мы заглянули в Лисичанскую церковь, не знаю какая она, которая вот возле детского мира. А как называется церковь? Митрофан, правильно, да. Она была большая, вот тут ее обрезали, да, детский мир сделали как-то. В 19 веке во второй половине она образовалась. Понятно. А там венчаются или это какой-то праздник? Наверное, венчаются, да? Там вроде как молодые, но... Митрофановская церковь. Лисичанский. Сложена из песчаника. Давно они тут и откуда? Я не знаю. Мы зашли в Свято-Митрофановскую церковь. Немножко сниму, пользуясь тем, что тут сейчас служба не идет. Сколько там, мы только что обсудили проблему. Вот здесь был переход в звонницу. Вот он тут, ну, которую взорвали. Революции, а потом еще и с той стороны построили в Мюрвах, чтобы вообще не видно было церковь. Иконостас.
Вот это где такое. Это картина и такая латка, скажем, здесь был переход к звоннице, которую разрушили. На месте нее вот стоит универмаг, который называется сейчас Детский мир. 2 года он тоже уже пустует, не функционирует.